Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Участникам «Острова любви» уже надоели Сейшелы, им хочется домой. Сергей Захарьяш пишет: «Три недели и домой. Не думал, что острова могут надоесть». Саша Черно продолжает публиковать свои старые фотографии. Это снимки трехлетней давности, на которых она весит всего 85 килограмм и выглядит гораздо лучше, нежели сейчас. В недавнем эфире Ксения Бородина появилась в обтягивающем платье, и зрители заметили, что у нее животик. Но Бородина опровергает слухи о своей беременности. Она пишет: «Ребята, но вас не понять, то я слишком худая, то живот разглядели какой-то. Я по вашему совету кушать начала, может, не стоит?» Майя Донцова ответила на самые частые вопросы своих подписчиков. «Зубы у меня свои, не виниры, на виниры денег нет», – написала девушка. «Сценария на Доме 2 тоже нет. У меня было всего три парня, остальные – это просто взаимная симпатия и не более. С Захаром вместе мы никогда не будем». Захар Соленко тоже не видит будущего с Майей. Он пишет, что к Майе у него остался только негатив. Она вставляет палки ему в колеса, мешает строить отношения с Лизой. Алиана Устиненко опубликовала новый снимок в своем микроблоге. К ней в гости приехал брат Гигам. Вова Гаути и Катя Гужвинская, которые недавно покинули проект, решили переехать в Москву. Вова уже пытался покорить столицу 4 года назад. Ребята обещают каждый день записывать видеоблоги для своих поклонников. Костя Иванов отпраздновал день рождения, ему исполнилось 32 года. Отмечал он праздник в компании Саши Гозиас и Андрея Чуева. Популярность Ольги Бузовой стремительно набирает обороты. В одной из школ Грозненского района Чеченской Республики учеников 9 класса заставили написать сочинение на тему «Ольга Бузова как герой массовой культуры современной России». Александра Артемова публикует новые снимки. Подписчики ее раскритиковали. Они считают, что Саша растеряла былую индивидуальность и стала такой же, как все. Андрей Чуев вспомнил одно из давних событий – свою несостоявшуюся свадьбу. Он признался, что Марина и ее мама заранее знали, что он скажет «нет» на свадьбе на острове. Многие пишут, что недавнее расставание Марины Африкантовой и Андрея – это тоже договорняк. Андрей отдохнет и опять вернется на проект. Вика Берникова поделилась, почему она ушла от мужа. Как оказалось, он взялся за старое, хотя обещал, что больше такого не повторится. Напомним, что Леонид Плащинский когда-то безжалостно избивал Вику и даже держал ее в заперти, практически в плену. Саша Задойнов опубликовал снимок с дочерью, несмотря на то, что Элина просила его не выставлять такие снимки. Он пишет: «Элина наотрез просила меня этого не делать, а потом смотрю, она сама легко не то что фото, видео выставляет. Где логика?» На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.